Друзья, ну что, всем огромный солнечный привет из солнечной Болгарии. С вами Светлана Енчева, и вы на канале «Переехать в Болгарию». Сегодня будем говорить об аренде жилья в Болгарии. Значит, кому эта тема интересна, ставьте, пожалуйста, лайк. Расскажу про все как можно подробнее. Значит, очень многие люди обращаются по теме аренды жилья, но не совсем все понимают, да, чем это чревато и как выбирать жилье. Смотрите, первое, что вам нужно сделать, вам нужно определиться, в каком городе вы хотите жить. Вот. Многие упрекают меня, что вот я снимала видео про то, что хорошо жить в Бургасе, а теперь я сама живу в Варне. Да я живу и в Варне, и в Бургасе, и в Пловдиве, и в Софии. Но сейчас основное мое местоположение – это Варна. Вот. Если хотите узнать, почему, да, я переехала из Бургаса в Варну, я сниму отдельное видео, потому что очень много вопросов поступает по этому поводу. Вот. И на сегодняшний день мое основное местоположение – это Варна. Как выбирать жилье, когда вы определились с городом? Значит, нужно понять, что в Болгарии не все так просто, как, допустим, в России или в Украине. Здесь есть такие районы, где живут цыгане. И сами понимаете, что в цыганской махале вам будет просто некомфортно жить. Вот. Поэтому нужно советоваться с людьми, которые здесь живут, да, и понимать, где нужно покупать жилье. Ну, третий совет для тех, кто хочет арендовать квартиру, это выбрать этаж. Вот смотрите, допустим, здесь на первых этажах есть всевозможные офисы, гаражи и все прочее. Если вы будете жить на втором этаже, да, к примеру, то есть это будет первый жилищный, то, конечно, будут очень большие проблемы, потому что снизу отапливать вас не будет никто зимой, и пол всегда будет холодный. То есть этаж имеет значение. В этот же пункт я бы включила еще один вариант, да, это выбрать сторону. Ну, все выбирают обычно южную сторону, но здесь 9 месяцев в году лето. Это значит, что 9 месяцев в году у вас будет жара. Вот, вам придется использовать климатик. Ну, тут уж кому как. Кто переносит жару, я вот жару не люблю. Я в любом случае буду использовать климатик в таком случае. Вот. И дальше, значит, следующий совет. К примеру, я не очень люблю, когда мне с утра солнце светит в глаза. То есть для меня восточная сторона отпадает как таковая. Но многие люди любят восточную сторону и любят, когда у них по утрам комната залита солнечным светом. Вот. Вам нужно определиться также и с этим. Потом, если у вас вблизи расположена школа, детский садик, а вы любите поспать, да, то тоже будет проблемы. Потому что в Бургасе у меня первая квартира была расположена как раз в рядом с детским садиком. То есть просто окна выходили на детский сад. Вот. Ну и, соответственно, были очень большие проблемы. Я любительница поспать, да, были очень большие проблемы. Потому что в 7:30 начинала играть громкая музыка. Детишек там встречали, приветствовали. В общем-то, вот так. Также люди обращаются с вопросом о том, можем ли мы помочь с арендой недвижимости для ВЗД. Да, конечно, можем. Здесь нужно еще учитывать такую тонкость, что если вы снимаете, арендуете недвижимость для того, чтобы получить визу Д или ВНЖ, то тут очень много всевозможных моментов. Собственник должен ответит на телефон, когда ему позвонят с адресной проверки, и подтвердить, убедительно подтвердить, что вы действительно у него собираетесь проживать и заключали с ним договор. Договоры мы можем делать дистанционно по доверенности. Это не проблема. То есть, если вы находитесь в своей стране и вам нужен договор на визу Д, обращайтесь, никаких проблем с этим нет. Ну, это все также относится и к покупке жилья. Ну, вот раз очень много вопросов по аренде, вот, и я поэтому вам и рассказываю про аренду, да.
Также можно что посоветовать? Можно посоветовать обратиться в какие-то специализированные агентства недвижимости, которые занимаются наймом. Но не знаю, вам все равно в любом случае, если вы ищете себе квартиру при помощи агентства, то вам нужно понимать, что у вас будут следующие траты. Вы должны будете заплатить первый месячный найм, плюс риэлторам половина от месячного найма и плюс депозит. Это на случай того, что если там вы что-то испортите или поломаете, или там еще будут какие-то проблемы, такой депозит берется в любом случае. Поэтому траты первоначальные вы себе тоже должны понимать. Дальше что по отоплению? По отоплению, если вы отапливаетесь климатиком, то, конечно, у вас расходы будут зимой больше, чем, например, тех, кто отапливается газом или, к примеру, имеет центральное отопление. Вот. Ну, это относится как к аренде, так и к покупке жилья, в общем-то. Что мы можем предложить? Мы сейчас начинаем сотрудничество с большим агентством в Софии. И сейчас я буду жить между Софией и Варной. Вот. Думаю, что заведу себе новый канал по болгарской недвижимости. Вот хотела, кстати, с вами посоветоваться, стоит, не стоит, или выкладывать все на этом канале. Вот. Там у меня будет и аренда, там у меня будет и продажа, и софийской, и варнинской, и бургасской недвижимости. В Бургасе сейчас, кстати, мои партнеры, я вам рассказывала, что мы строим новый дом. Вот, его уже достроили, тоже планирую сделать съемку квартир. Квартиры там пока в продаже все, потому что его только что сдали, его не продавали на этапе котлована. Поэтому, кому интересно, тоже пишите, отправлю к своим партнерам. Вот, значит, вот такие планы у нас на будущее. Кому видео было интересным, полезным, ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. Очень хочу, чтобы нас быстрее стало 5000 на канале. Всем пока!